hearts of Babylon. Я люблю твой Instagram. Я жду каждого нового стрима. Но Карина, ты не моего тема. Ведь ты такая сладкая, ага. У нас в руках эстомина, ага. Ты такая классная, ага. Карина эстомина. Я фанат всех твоих историй. Эй, ты на тусе, ты на море. Эй, ты с друзьями сумер на КМ. Будь моим личным СММ. Ведь ты такая сладкая, ага. У нас в руках эстомина, ага. Ты такая классная, got it on the stomach. Мне не трогать твоих волос, не дышать твоими духами. Я молюсь на каждый пост, что ты выложила в Инстаграме. И твои губы блестят так близко. Я целую экран телефона. И ты опять открываешь кристалл. А я накидаю, бухаю охоту. Ты такая сладкая. Зубах оскомина, ты такая классная, Карина Эстомина. Ты такая сладкая, ты такая классная, ты такая классная, Карина Эстомина. Babylon. Я люблю твой Инстаграм. Я жду каждого нового стрима. Но Карина, ты не его тема. Ведь ты такая сладкая, ага. У нас упах эстомина, ага. Ты такая классная, ага. Карина эстомина. Я фанат всех твоих историй. Эй, ты на тусе, ты на море. Эй, ты с друзьями сумер на КМ. Будь моим личным СММ. Ведь ты такая сладкая, у нас у парка скомина. Ты такая классная, Карина эстомина. Мне не трогать твоих волос, не дышать твоими духами. Я молюсь на каждый пост, что ты выложила в Инстаграме. И твои губы блестят так близко. Я целую экран телефона. И ты опять открываешь кристалл. А я накидаю, бухаю охоту. Ты такая сладкая, у нас в зубах оскомина. Ты такая классная, Карина Эстомина. Ты такая сладкая, ты такая классная. Ты такая классная, Карина Эстомина. Я люблю твой Инстаграм. Я жду каждого нового стрима. Но Карина, ты не его тема. Ведь ты такая сладкая, ага. У нас у парка скомина, ага. Ты такая классная, ага. Карина Эстомина. Я фанат
Все твоих историй, эй, ты на тусе, ты на море, эй, ты с друзьями, супер на КМ. Будь моим личным СММ, ведь ты такая сладкая, называйка с домина, ты такая классная. Не трогать твоих волос, не дышать твоими духами. Я молюсь на каждый пост, что ты выложила в Инстаграме. И твои губы блестят так близко. Я целую экран телефона, и ты опять открываешь кристалл. А я накидаю, бухаю охоту. Ты такая сладкая, на зубах оскомина. Ты такая классная. Карина, ты не уловима. Ты такая сладкая, на зубах оскомина. Ты такая классная, Карина из домино. Я фанат всех твоих историй, эй, ты на тусе, ты на море, эй, ты с друзьями, супер на КМ. Будь моим личным СММ, ведь ты такая сладкая, на зубах оскомина. Ты такая классная, Карина из домино. Мне не трогать твоих волос, не дышать твоими духами. Я молюсь на каждый пост, что ты выложила в Инстаграме. И твои губы блестят так близко. Я целую экран телефона, и ты опять открываешь кристалл. А я накидаю, бухаю охоту. Собака с домина, ты такая классная, Карина из домино. Ты такая сладкая, ты такая классная, ты такая классная, Карина из домино. Пытался его покрыть лаком. Наверное, это только портит визажу. Каждого нового стрела. Но Карина, ты не улыбнула. Ты такая сладкая, на зубах оскомина. Ты такая.
всіх історій. Ей, ти на тусі, ти на морі. Ой, ти з друзями, сумя такая. Будь моєм. Нас далеко, я тебе аж практически не заметил. Нет, нет, нет никакого смысла. Вот, все. Мне не трогать твоих волос, мне дышать твоими духами. Я молюсь на каждый пост, что ты выложила в Инстаграме. Так близко, я целую экран телефона. Тут нечего, нет слов никаких. Ты закрываешь кристалл, а я накидаю, бухаю охоту. Просто вот нарисовал пейзаж, все. Ты такая сладкая, на зубах оскомина. Ты такая классная. Я почему-то, когда рисовал, то у меня, я музыку слушал, одну и ту же песню, которую играю, которую очень такой жизнерадостный человек, поет, или точнее, может, он даже не умеет петь. И у меня было такое же вот чувство. Чувство, вот, что я мертвый, и ощущение, что я как будто в мертвом мире, или я сам, мертвый, то есть, что-то такое. Когда я рисовал, вот, просто... я когда рисовал, я был включен скорее на эти, на рисование, какого-то пейзажа. Может, у меня после рисования такое вот ощущение, что я мертвый человек. Мне дышать твоими духами. Я молюсь на каждый. Я когда рисовал, вроде, я просто... У меня не было мысли, наверное. Я только рисовал, на это был отвлечен. Все. Открываешь кристалл, а я накидаю, бухаю охоту. Ты такая сладкая, на зубах оскомина. Ты такая классная. У меня еще было, когда я шел сюда, немножко тревожность, что на меня нападет та тетка, которая в парке работает, что за то, что которая очень подозрительная. Я прям ожидал этого, потому что когда я хотел устроиться здесь, сюда, хотел там устроиться,
Но она сказала, что бесплатно работать. Но я согласился, и она все равно там. С такой враждебностью, без причин относилась. И я как-то был впечатлен. И почему-то я вот пришел рисовать пейзаж именно вот в то место, где мне не как бы ничего хорошего не ждать. Я просто вот тоже как-то по наитию. Экран телефона, и ты опять открываешь кристалл. А я накидаю, бухаю охоту. Мне бы хотелось сейчас вот прям умереть, чтобы я вот сейчас вот все это завершилось просто. Если бы мое сознание сейчас выключилось, и я бы больше никогда вот никогда бы больше не повторялись эти дни, все это время. Может быть, чтобы все это завершилось просто. Какая-то вот такая вот... Такая странная мысль, как бы, да? Неправильная мысль. Греховная и неправильная мысль, да. Вот. А, ну да, там один... Ну ладно. В принципе, мои рисунки тоже неправильные с этой точки зрения. Нет, все это депрессивные. А там один помню, назвал сплошным нынем мои рисунки в 2011 году, в 2012.